Вот мыло здесь лежит, это видно. Им пользуются. Руки мой перед едой, это правильно. Это вот моет посуду, я не знаю кто, но судя по одежде, по майкам, это бойцы, солдаты. А вот это вот нарезает хлеб, это наверняка женщина. Потому что так уверенно работать ножом только может человек, который не одну буханку хлеба нарезал. Кормили тогда как на убой. Хлеба было в достатке, можно было брать столько, сколько съешь, и столько, сколько глаз хочет. О, а это оказался парень, тоже солдатик, видимо. Так, ребята, давайте быстренько через эту задачу. Первое, второе, третье – это обязательно. Плюс еще ко всему витаминный стол. Поскольку считалось, что радиационное воздействие, оно сопровождается потерей дополнительных калорий. Вот. А витаминный стол обеспечивает и аппетит, и в то же время позволяет организму. Кто же это не пробует? Я не помню повторения двух блюд, предположим, в течение 3-4 дней. Обязательно то первое менялось, то второе менялось. А вот это вот столовая снята плюс 605, по-моему. Управление строительства номер 605. Да, в Чернобыле. В столовой работали в основном работники с атомных электрических станций, посменно. Смены все время менялись. По-моему, они работали по месяцу, а потом полная замена. Новый состав приезжал в столовую. Вот видите, насколько разнообразно меню. Наверху с помидорами, со свежими, компот. Второе, вон обратите внимание, бифштекс или мясо, там что-то с гарниром. Суп еще какой-то. Ну, в общем, конечно, я вспоминаю те моменты жизни, как житье, жизнь в свое удовольствие. Если бы всю жизнь так кормили, как кормили тогда, то я был бы значительно толще. А вот в респираторе, да продают газеты, да в респираторах покупают, такого не было. Это явный перегиб. Это съемочный трюк. Газета «Правда» — это правда. Это на самом деле. Но чтобы ее читали в респираторах, такого не было. Газету «Правда» покупали, поскольку там на первой странице, кроме лозунгов, еще и была сводка, что делается в Чернобыле, что делалось. Ветер дует сегодня в хорошую сторону. Хороший, да. Следим за розой ветров. Да это ерунда для нас. Ребята все здоровы, вытяжены. Мы уже к ней привыкли. Ну почему? И она к нам привыкла. Просто или, наверное, теряет. Курит. Со временем, да. Со временем. Сначала ходишь первые дни, прячешься, одеваешь.
В Чернобыле тоже нельзя было курить. Даже на производстве уже забываешь одевать ее. Привыкаешь. Уже как дома, чувствуешь себя действительно, привыкаешь здорово. Вот вы сами почему не в респираторы ходите? Вроде, как говорят, уже привыкли. Так же и мы все. Нас для чего сюда сделали? Не любоваться. Правительственные задания выполняем с честью. Все улыбаются, все довольны. Водку не продают. Вообще в Москве такой слух был, что на Чернобыль приезжает, водителям каждый день дают 150 грамм этого. Я с женой разговаривал, 150, и рассказываю, говорю, в столовую заходишь 150, выходишь 150. Она, ты хоть закусывай там. Водку привозили. Шагу не ступить, говорю. Шофера в основном в автобусах. Провозили и привозили. Здесь в округе на 120 километров вообще ничего. Но мы сухой закон блюли. Просто нет. Проверен, так очень сильно укоренился среди населения. Тем более такой закон сейчас уже. То, что самодоливает какую-то норму. Так вам дают или нет? Нет. Звезды выступали и в Чернобыле. В клубе. Вот в данном случае, по-моему, они в клубе как раз выступают, в Чернобыльском. А, например, Пугачева, та приезжала и в то время выступала в Зеленом мысу на пароходах. Я помню Гнатюка, когда он выступал, то пел в Чернобыле. «Малиновый звон», я помню. Он пел, я только эту песню сумел послушать. А в остальное время пришлось и уехать. И приехал и уехал на Чернобыльскую станцию. Какие-то неотложные дела. Thank you.